есть деньги указатели. Не могу сказать, сколько километров. Полчаса сократили. Да? Ну, давайте полчаса сейчас потратим в этом. Так, а когда сможешь? Короче, машину посмотреть. Чего нет проблем? Не, посмотреть, которая в это покупает. Подобрать. Через 500 метров поверните направо. Ты что, знаешь, когда? Ой, сколько переездов у тебя? Да, здесь это вот они все туда едут. До Тамбова и 500 от Тамбова до Москвы.
Где-то вот так. Сколько сейчас ехал? Сейчас 18:28. Ну, это было местно. В Москве сейчас. Да, всего доброго. Что хотят? Продление страховки на Mitsubishi Lancer. Здесь две полосы поворачивают на... А, там просто еще одна добавляется. Черенков свалил. Сейчас бы Черенкова затусили, да? А в чем, кстати, свалил-то? Рязань на 2 дня. А, на 2 дня? Ага. Надо сфоткать и отправить ему, да?
О, появилось у тебя Теле 2 в Волгограде или нет? Какой дурацкий светофор. 140 метров какие-то. О, есть. Да ладно. Да. Подперло. Поехали. Да. Ага. Связь только появилась, прикинь. Да, Теле 2 не ловит на тебя. Да. 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 Так что... Нормально, мы в Волгоград приехали. Вот. Сейчас там зайдем в ленту, там, моемся, в туалет сходим и дальше поедем. Завтра? Не знаю, не приедем. Хер знает, а сколько мы завтра приедем? Ну, смотря во сколько встанем, как раз светет, наверное, так поедем. Я думаю, что где-то ориентироваться на 12 часов. Ну, наверное, в первой половине где-то, часов 12 час. Так что... Ну, лови. Ну, все нормально, в общем. Ага, давай. Поверните налево. МТЕ даже. Так. Вот он, этот мост раздолбанный вечно. Но это не парящий мост. Или как он там, который... Не прыгающий. Пляшущий мост. Как вот там называли так все? Да, да. Танцующий. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Прямо 31 километр. Чё? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Через несколько километров. А погоди, а где эта лента-то? Что, сбилась, что ли? Сбились нас. А, как сбились? Конечно, я же маршрут перестраивал. Заехать. Маршрут построен. 988 километров, 12 часов. Ну, через 2 километра, да. Мост как был раздолбанный. Не, его, конечно, вроде бы подделывают. У него здесь постоянно такая колейность. Да. Ну а что, блин, все время фуры здесь ездят. Это еще он подожди, не помню. Совсем плохом состоянии. На каврике ездил, блин, чуть ли не пузом черпал. Через 1 километр 500 метров поверните направо.
сестра живет. Нет, следующий. Как видишь, да, улыбает? Ну да, ну город Миллионе. Да, вот вы. А в этом доме работает. Да. Нормально. Что-то набрал бы. Тишина. Авито? А? Авито? Нет, этот. О, памятник Лукойлу, зашибись. Где? Справа. Ебануться. Аллея и вот, вот такую фигню построили. Просто трэш. Центр Волгограда и в Москву туда, и в Саратов туда. Поверните направо. Второй ряд, наверное, первые все инвалидские, по-моему. Вы приехали в промежуточную точку. Да. Это еще? А, вход, вот. Да, и там инвалиды. Да, так, давай. Маршрут, да? Не знаю, а там парковка или нет? Да. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните направо.
Так, надо все собрать, забрать. Ничего врагам не оставлять. Время уже, блядь, давно пора выпить, или еще не выпил, или подождать. Пока неохота. Ну все, че. Следующая остановка. Москва? Да. В 7 утра. Вообще, на самом деле, если бы не эти записи, можно было бы ехать и ехать, и ехать, и ехать. И в 7 утра быть в Москве. А, полбак, мне на заправку надо заехать. Ну что, может, сожрём хочу? А, ну как хочешь. А, это вафля. Да, вот начинка в кофе внутри. Так. Мусор выкладываем слить. Чудо-рыба. Может, я пока за руль? Да сел уже. Я есть не буду. Да ладно, все, пустяки, сам. Не хочешь есть? Нет. Как так? Значит, не буду. Так. Я ж только ел недавно. Да? Перед подъездом к Волгограду. Сварочка шикарная. Все, бомба. Сталиканатчик. Да, он будет где-нибудь остановиться, это. Че? Ну, мусор повыкидывать здесь. Угу. Давай, наверное, этот салатик пожру. Что-нибудь такое, ну, не мясное, а легенькое. Интересно, вот. Если бы он спросил, типа, этот, перегнать из Владивостока в Москву, появилась бы мысль на этой машине во Владивосток рвануть? Ну, вряд ли. Сколько, 7 тысяч? Да поболее, наверное, отсюда. Ну, по-моему, на поезде неделю ехать. Да? Угу. Сынок. Нет, реально, чесночка могли бы побольше положить. У меня такое ощущение, что в том моем было больше, по-моему. В маленьком.
Или я перемешан нужен. Уж не Оренбург ли там? Не, у меня Кайвань. Во сколько у нас еще будет светлое время суток? Я боюсь, мы до Тамбова не успеваем доезжать. Да? Угу. Нет, на трассе. Залип. Попробуем что-то зелье. Зелье, блин. Господи, я его мерзкий запах отсюда чувствую. Как ягуар. Помнишь, в детстве был ягуар? Чистейший турин. Абсолютная энергия. Flash Energy. Ну да. Флэш, это же видеть? Из этих. Бандиты. Угу, местные. Из этого. Комиксов американских. Какой-то этот. Какой-то. Как его зовут? Супергерой. Суперскорости. Бля, у него и цвет, походу, такой же, да? О, вкусно. Как адреналин. Адреналин адреналином. Как семечки их можно грызть? Ну что, стартаем? Погнали. Легко. Сейчас же будет. А ну-ка дай кочерников наберем. Пока не трогайся. Черенков. Все. Можем ехать. Налево или направо поедем? Налево. По тенечку. Там солнышко.
Да, да? Не, нам направо. Сюда? Нет, дальше и направо. На светофоре. А что да? А что, зеленый? Зеленый. Что, поехали? Стрелочки не было. Вот какие. Маленькие, да? Да. Вот здесь вот. Вот, кафе. Пицца на пасте. Так себе пицца, конечно. Так, он в этом, говоришь, да? В Рязани.
никотин же организму нужен зачем, да? Зачем? Организм же его вырабатывает тоже. Нет. По-моему, да. Расстается с арендой зарплатной. Да? Наверное.
сколько раз в Волгограде был, все время говорил, в следующий раз заеду. Походу, в следующий раз нужно будет заехать. Потому что сейчас уже объевшиеся. Да и бабки. Ну да. Километр услышишь.